На сессии принят закон, предусматривающий альтернативный механизм расселения людей из аварийных домов. Вместо ожидания очереди на переселение гражданам предложат выкупать их квартиры в аварийных домах за счет средств окружного бюджета. Законопроект о выкупе аварийного жилья принят в двух чтениях. Организовать разработку альтернативного механизма для ускоренного решения жилищного вопроса в регионе ранее профильным ведомством поручил губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский. Согласно законопроекту, предусматриваются дополнительные условия для расселения аварийного фонда путем предоставления гражданам компенсационных выплат. Такой новый механизм решения вопроса расселения граждан из аварийного фонда является региональной инициативой. Получение компенсационных выплат предоставляется собственникам жилых помещений в домах, включенных в окружные реестры жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, или с высоким уровнем износа программы переселения. Так как в программе существует три этапа программы, соответственно, три реестра ведется по каждому этапу. Вне зависимости от населенного пункта этапа расселения предоставляется возможность получения компенсационных выплат. При этом первоочередное право закреплено за жильцами домов, за жителями домов, включенных в текущие этапы. После получения компенсационных выплат жилые помещения переходят в муниципалитеты, а компенсационные выплаты могут быть направлены на приобретение готового жилья, на приобретение жилья по договору долевого участия в строительстве, на иные цели в случае наличия в собственности гражданина благоустроенного жилья, отвечающего требованиям, предусмотренным законодательством. Целевое использование полученных выплат потребуется подтверждать документально. Исключением является наличие в собственности граждан иного благоустроенного жилого помещения, отвечающего условиям, указанным в законопроекте. Данный законопроект также распространяется на село, поэтому это на всех жителей округа, это очень важно отметить. Тратить люди деньги, как я сказал, могут здесь и в округе, и за его пределами. И этот законопроект, он достаточно подвижен, поэтому мы посмотрим, как он будет работать. И возможны корректировки в плане того, чтобы мы посмотрели здесь уже, которые отработаем уже вместе с администрацией в дальнейшем. Размер компенсационной выплаты будет определяться путем умножения общей площади освобождаемого собственником жилья и среднерыночной стоимости одного квадратного метра, установленного Минстроем для Ненецкого округа. Сейчас он составляет 60 тысяч рублей за один квадратный метр. Предполагается, что закон начнет действовать с 2019 года. Александра Литкова, Ирина Нежалова, Дмитрий Лукевич, Вадим Стасюк, телеканал «Север».